Привет, мои красотки! Сегодня у нас с вами за тест новинок Faberlic оставшихся, да? А сейчас у нас утро, хоть я и накрашенная, девчонки, я приехала с работы. Я не могу понять, почему у меня который раз, когда я сплю, в последнее время одна сторона загибается в эту сторону. Такой шухер вообще невозможно. Прям вот так вот эта сторона. Ну ладно. Так, ну что, поехали. Смотрите, тушь новая у меня на ресницах, но мы с вами еще сделаем сегодня обязательно макияж новинками Faberlic. И не только новинками, протестируем с вами новую тушь, кушон, я все расскажу поподробнее. Я вчера целый день, получается, сутки у меня уже эта тушь на глазах. Сутки, девчонки, она нигде не отпечаталась, нигде не осыпалась. В общем, классная, супер. Будем делать с вами макияж, все еще раз покажу. Кушоном тоже осталось довольно. Так, по серии Love. Что я уже протестировала? Я протестировала крем для рук питания и восстановления. Да, действительно хороший, девчонки, крем питательный, все в нем замечательно. Мне девочки какие-то писали, что нет здесь в нем кислородного комплекса, как практически во всей косметике Faberlic, но для меня это не критично. Хороший питательный крем. За такую цену вообще прекрасно. Так, протестировала еще крем для снятия усталости с ног. Тоже продукт очень достойный. Я буду артикулы говорить сразу, а то вы меня под видео просите. Я вроде в обзоре заказа говорила, но может кто-то не смотрел. Крем питательный у нас 25,85. Крем для снятия усталости с ног 25,89. Легкое охлаждение. Нанести на ножки, я люблю как и задрать их вверх, да, лёжа на диване. Вот, здорово. Не скажу, что прям там какой-то вау-эффект, например, как от лошадиной силы, там, да, когда вырви глаз ментолом, много очень легкий, охлаждающий эффект, который достаточно быстро проходит. Усталость, ну, снимает. Сейчас, в принципе, ножки не так сильно устают, потому что холодное время года, движение мало, это летом практически 24 часа на улице, сейчас не так. Поэтому, в принципе, нравится, нравится, все мне в нем нравится, буду его пользовать, винотоник так вот чередовать, оба крема мне нравятся. Так, по поводу крема для ног, смягчения и питания, я его, девчонки, сейчас после душа попробую, потому что, когда после душа выхожу, обязательно всегда наношу крем для стоп гладкие пяточки, потому что кожа сухая. Это видно. И я вижу, как смягчает. И этот эффект после душа, вот я сейчас увижу однозначно и вам скажу. Так, по поводу серии Луника. Вы знаете, чем она пахнет, девчонки? Я поняла, почему мне этот аромат был знаком. Это вот эта вот косметика, я делала вам обзор от Оксаны Самойловой, Сами Бьюти, да? Практически один в один. Но 95% совпадения по ароматам, девчонки. А в Сами Бьюти он более выраженный. Колпачок улетел. Более выраженный. А в Лунике немножечко послабее. Прям вот 95% совпадений. Я так удивилась, на самом деле. Потому что был до боли знакомый аромат, я не могла понять, где. Вроде Вейвен такого нету. И когда начала умываться пенкой Сами Бьюти, я поняла, что серия Луника – это аромат Сами Бьюти. Я не знаю, почему такое сходство. Faberlic и якобы Миксит, да, как многие утверждают. Но интересно, на самом деле, факт. Поэтому, да, пахнет как Сами Бьюти. У крема совсем не выраженный аромат, и он очень действительно комфортный, он увлажняющий. Кто-то мне в комментариях написал, что он отбеливает. Заявленная эта функция, я нигде не нашла, что он должен отбеливать, девчонки. Написано, что он нейтрализует неприятные запахи. Пребиотики у нас здесь, по-моему, рост полезных бактерий способствует. Защитное питательное действие. А, вот, крем-уход обладает осветляющим эффектом. Точно, девчонки, я слепая. Я не знаю, конечно, как это можно проверить, фотографировать до и после. Не знаю. Поэтому про этот эффект я умолчу, пожалуй, да? Комфортно, не сушит, приятный аромат, ярко выраженный, очень насыщенный в геле. А в креме не ярко выраженный и действительно увлажнение и комфорт на целый день, девчонки. Поэтому мне очень понравился крем, мне понравилось это средство, поэтому да, 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 да. Очень понравились. Так, сейчас, что мы с вами будем тестить сейчас? Сейчас мы с вами будем тестить шампунь Love. Вот этот вот я уже на дочери позавчера протестила и шампунь, и бальзам.
Мы помыли с ней волосы и бальзамчиком прошлись. Вы знаете, тоже все достойно, все прекрасно, волосы блестят. Бальзам достаточно питательный, они расчесываются хорошо. Так, шампунь у меня 27-30 для всей семьи, он у нас 4+, да? И маска, бальзам для волос 200 мл 27-32. Сейчас я иду в душ и буду тестировать на себе, потому что мне как-то дочери даже гораздо проще подобрать средства для волос, чем мне, потому что у меня от некоторых бывает зуд. У меня прихотливая кожа головы, как оказалось, почему-то. Вот, так что вот эти продукты сейчас с вами будем тестировать. И потом сделаем с вами макияж с помощью новиночек. А я сейчас очищу лицо перед походом в душ. Мицеллярочкой попробуем с вами смыть. Как раз посмотреть, как смывается тушь. Это, ну, посмотрите, она сутки у меня на глазах, уже больше даже суток. И вообще все достойно. Классное. И знаете, какой еще эффект? Если они такие не совсем силиконистые реснички, то есть они подвижные, как от моих любимых Miss Curl и из Glam Team малиновая, да, с силиконовой кисточкой тушь. Там практически сразу, когда красишь ресницы, застывает. Надо быстренько прям второй слой наносить, потому что застывает все очень быстро. Здесь нет, они долго подвижны. Тушь дольше застывает, да, и они не такие прям сильно силиконистые, но все равно можно какие-то дефекты, недостатки поправить, да, когда реснички торчат в разные стороны, их все равно этой тушью, этой кисточкой можно уложить красиво и ровненько. Так, смываем с вами макияж. Я уже прям отвыкла, на самом деле, от черной туши, уже много-много месяцев пользуюсь коричневой Miss Curl, от которой вот нет этого эффекта панды, она очень хорошо снимается. Так. Ну, нормально. Смотрите, почти без эффекта панды. Хорошо смывается. Все прекрасно. И хоть кусочек бы с утра девчонки на работе осыпался. Вообще ни грамма. Это, конечно, здорово. Потому что, допустим, из Glam Team малиновая она может у меня подосыпаться, но через месяц где-то использования. Вечером чуть-чуть прям может, совсем чуть-чуть. Miss Curl у меня тоже не осыпается. Но от Miss Curl все равно нет такого эффекта вау, как от туши Glam Team. Вот, все. Мы с вами удалили макияж. Я хочу сегодня сделать еще кислотный уход. Сейчас стараюсь раз в недельку, раз в 10 дней делать кислотный уход, потому что солнышка практически нету. Кислота у меня от Organic Zone, потому что первый шаг закончился. И все-таки стараюсь, пока есть возможность. Все-таки кислотным уходом, особенно если кожа возрастная, пренебрегать не надо. Можно все свои скрабы и механические пилинги заменить на кислоту. И красота на зиму. Даже как уже говорят у нас девчонки, продвинутые блогеры, что скрабы и механические пилинги. Ну, то есть механический пилинг — это шаг Б у нас, да? Они уже не актуальны, не надо травмировать свою кожу, не надо ее шрамировать, не нужно ее растягивать, когда есть обычный хороший кислотный уход. То есть ты вот нанесла кислоту, смыла ее, и все, у тебя кожа очищена идеально. Кислота растворяет все остатки косметики на лице, все загрязнения на коже. Кислота способствует омоложению. Выбирать просто для домашнего использования надо деликатные кислоты, фруктовые, либо АХА-БХА, вот как у нас в шаге А. Да? Так, все, пока у меня кислота на лице, я, пожалуй, наверное, пойду в душ. Потому что я ее уже могу держать минуток 7, это нормально для моей кожи. Если первый раз используете кислот, то лучше 1-2 минутки. Ну все, девчонки, я тоже сходила, лицо уже красное, видите, какое. Я сейчас смываю химический пилинг и все равно пройдусь механическим. Мне нравится, я люблю. Моя кожа, девчонки, любит механические пилинги. Хотя достаточно было бы уже и шага А. Так, где у нас шаг Б? Я вам уже пилинг показывала. Сейчас, кстати, самое время им затариться. Немножечко слегка поскрабирую и смою. Какой-то запах уже у него недобрый, девчонки.
стоит с прошлого года, хотя срок годности заявлен большой, а все равно же пахнет. Все-таки косметика Фаберлик, она, мне кажется, вот на год больше не надо, на два максимум. Даже запашок уже такой не очень. Все, смываю. Покраснела, теперь самое время охладиться. Я буду делать экспресс-масочку, вот такую вот от Агафьи, мою любимую, охлаждающую, которую прям очень люблю, девчонки, на утреннее применение. Уже вам 100 раз про нее говорила. Она очень крутая. Она сейчас успокоит кожу, несмотря на то, что может даже пощипывать. Она ее успокоит, охладит. Ой, как щипит-то. После пилинга прям вообще. Ух, ядерный уход какой у меня сегодня. Щипит, кажется, что дерет, и она покраснеет. Но по факту, когда вы ее смываете, тон выравнивается, лицо разглаживается, и ничего страшного не происходит. Так, все, пока схожу с маской, девчонки, тестим с вами уход за волосами. Сейчас помою голову шампунем и бальзамчиком, и к вам вернусь. Крем. Классный, действительно увлажняет, но текстура довольно легкая. Сухость пропадает, все как бы замечательно, но, не знаю, посмотрю дальше, потом еще отзыв напишу в Инстаграм, гладкие пяточки, мне кажется, никакому крему не уступит. Сейчас буду смывать масочку. Что по поводу шампуня, девчонки? Шампунь пенится средне, но у нас, по-моему, он, если я не ошибаюсь, без СЛС и парабенов, или нет, они этого не пишут. Кислородный комплекс. Шампунь для всей семьи. Они этого, по крайней мере, не пишут, девчонки. Но пенится он средний. Мне хватило с одного раза достаточно большого количества, чтобы вымыть волосы. И вымывает практически до скрипа. Немножечко они спутываются, но у меня волосы пожженные. После бальзама ситуация вообще просто разрешается моментально. Бальзам с первой секунды прям делает волосики гладенькими, пальчиками вот так проходишься. Замечательно, ничего не запутывается, вообще все супер. Посушим с вами волосы, посмотрим по факту. Прям смыла масочку, уход. Какой у нас сегодня с вами будет уход? Я последнее время люблю вот этот вот тонер применять корейский. Потому что он очень здорово разглаживает кожу. Мне кажется, он даже работает как праймер. Я вот так на ручках растираю, прохожусь по коже. Она еще красная у меня от кислоты. Так, девчонки, хотела вам сказать по поводу шприцов Эксперт. Еще после тонера я наношу точечно вот этот вот шприц от Эксперт. Что хочу сказать. Ну, чудес никаких, девчонки, не произошло. Я не знаю, может быть, он почти месяц. Он у меня в использовании ежедневно, я не пренебрегаю, что бы ни случилось, но шприц вот этот я нанесу на морщину. Она как была на месте, так и есть. Не стала... Сейчас, девчонки, как вам ее показать? Не стала менее выраженная вот эта вот. Ее видно, то есть камера немножко вам разглаживает мое лицо, но ее видно. Ее видно, эту морщину, и... Она как была на месте, так и есть. Может быть, хотя бы этот продукт предотвращает дальнейшее ее усугубление, углубление и так далее. Не знаю. Но она не исчезла. Вот так наношу я. Там продукт еще много, почти месяц я пользуюсь, да, и вот так вот много за раз беру. На носогубки наношу. Мне нравится, кстати, наносить на глазки и... Вот здесь, на область мимических морщин, возле крайнего угла глаза. Во, я завернула. Мне нравится на веки наносить. Как-то веки вот разглаживает, мне нравится. Прям нанесешь, и как-то гладенько. Здорово. Вот сюда я наношу прям вот таким вот слоем. Немножко-немножко повбиваю. И на лбу повбиваю. И оставляю впитываться. Потом, когда слегка впитается, наношу дневной крем. Свой. Сегодня мы с вами какой крем будем наносить? Сегодня мы с вами... Вот нанесешь, ее не видно. Честно. Вот нанесешь, не видно. А, не знаю, может быть, это только временный эффект носит. Вот я нанесла, да, ее не видно. То есть она как будто чем-то заполнилась. Но когда прошло какое-то время, там к вечеру умылась, да, ее опять видно. Правда, слушайте. В общем, применяешь шприц, морщин не видно, не применяешь, морщины остаются на месте. Я делаю вывод такой. Так что имейте в виду.
Возможно, если курсом прям по несколько месяцев, то ситуация и как-то изменится. И на таких неглубоких, у меня это морщине уже много-много лет, на каких-то неглубоких, начинающихся, да, вот, ну вот серьезно, девчонки, вот нанесла, не видно. То есть все-таки есть в составе какой-то компонент, который заполняет эту морщину. Но как только вы перестаете пользоваться шприцом, да, то у вас все морщины опять на месте. Но все равно продукт получается работающий. То есть брать на постоянной основе этот шприц и пользоваться, это совершенно недорого. Там сколько у нас без скидки? Рублей 500, да? Без скидок, без акций. И я уже пользуюсь месяц, он не думает вообще кончаться. Я не знаю, как посмотреть здесь остаток, никак не получится. Но он еще тяжелый, там дофигища. Мне кажется, я только вот столько вот где-то израсходовала. Поэтому этого шприца хватает на несколько месяцев. Для тех, у кого есть морщинки, попробуйте, девчонки. Попробуйте, попользуйтесь. Можно и на постоянной основе. Мне кажется, ничего в этом страшного нет. Так, почти впиталась. Давайте нанесем сегодня с вами крем матирующий из линейки N4. Немножечко подуспокоим еще заодно лицо. Я не хочу сказать, что он прям такой вот сильно матирующий, но тем не менее немножечко как-то контролирует выделение себума, потому что с ним как-то позже, что ли, начинает лицо блестеть, да? Линейка вообще неплохая. Мне отзывы многие писали девчонки. Девчонки писали, которым уже лет 65, что им очень нравится тёгкая жирная кожа, вот эта вот линеечка. Так, все, нанесли кремушек. Сейчас посушу, девчонки, волосы. Посмотрим с вами на их состояние. И я похожу, конечно, еще так 2 дня. Обычно у меня на второй день, если шампунь не подходит, голова чешется. И завтра, послезавтра, тогда, может, уже к выходу видео, как раз напишу отзыв в Инстаграм по этой линейке для волос Love. И будем с вами делать тогда попозже чуть-чуть макияж. Прекрасно. Девчонки, поняла, что наснимала вам уже много. Давайте видео с вами оставим на следующий ролик. А сейчас покажу вам, как я укладываю волосы обычно в последнее время. Потому что много вопросов было под видео в Инстаграм, как укладываю волосы. Кому интересно, укладка на короткие волосы. Начинаем. Кстати, фен позавчера купила новый Scarlett. Вот такой вот. Под 990 рублей, а не в Эльдорадо. У меня мой почему-то начал перегреваться. Старый, и половина головы я успевала высушить, половина нет. У меня есть еще один с щеточкой от Равента, ему уже, мне кажется, лет 15, но какой-то маломощный. Поэтому для меня главное, чтобы фен был мощный, чтобы были режимы, холодный воздух и так далее. Он такой достаточно большой фен, ну, надеюсь, прослужит подольше. А в Эльдорадо еще баллы у меня были, вообще он мне обошелся 500 рублей, так что классно. Так, вот эта штука вертится, нет? Ага, вертится туго, потому что я ее в процессе укладки поворачиваю, чтобы воздух дул направленно. Так, ну и поехали. Я могу сказать, девчонки, использую такую продуваемую расческу всегда для укладки волос сейчас, в последнее время. Я, кстати, не наносила никакую термозащиту, поэтому сейчас постараюсь холодным воздухом высушить, чтобы мы с вами по достоинству оценили средства из линейки Love, да, чтобы эффект ничем не перебивался.
Ну все, девчонки, вот такая шевелюра получается с помощью такой укладки. Смотрите, как здорово блестят волосы. И они очень мягенькие. Блин, они как новые, девчонки, смотрите. Обалдеть вообще, супер. Вот так я укладываюсь, вот так объемненько это все получается. Сейчас главное, пока волосы еще у нас горячие, нам их немножко вот так повоздушить, чтобы они у нас в такой шапочке и высохли. И обязательно просушиваем до конца, обязательно каждый ряд. Вы видели, что я когда разделяла по рядам, да, я уделяла особое внимание вот рядам. Все корни обязательно все просушиваем, тогда объем у вас на голове будет держаться до следующей помывки. Ручками вот так поправили. Сейчас сзади покажу. Ручками поправили, и все. И вот такой у вас шевелюр. Сейчас покажу при естественном освещении. Ну вот, девчонки, смотрите, на волосики при естественном освещении. Слушайте, мне нравится. Без всяких несмывашек мои убитые концы. Видите, какие они нормальные. Класс. И объем есть, и увлажнение, и блеск. И очень приятно прикасаться к ним, девчонки. Прям вот ей-богу. Мне пока уход очень понравился. Надеюсь, что у меня голова зудить от этого шампуня зудеть не будет. Вообще классно. Классно. С этой стороны. Все такое живенькое. Вообще волосы у меня сейчас в неплохом состоянии, несмотря на все эксперименты в прошлом, да. Я витамин Е сейчас пью внутрь, девчонки, и я могу сказать с полной уверенностью, что волосы стали гораздо лучше. Пью по одной капсуле в день, в капсулах, да. И волосы, кожа, все очень радуется. Потому что даже кончики живые. А вы знаете, как я жгла свои волосы нещадно. И не стригла уже давно, кстати. Ну вот и все, мои красотки. На этом видео буду заканчивать. Надеюсь, что оно было вам полезно и интересно. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я вас очень люблю. Целую. Всем пока-пока.